Всем привет! На дворе масленица, а мы без блинов. Надо это исправлять. И будем готовить блины. Но блины не простые, а на пиве и с грибами. Итак, поехали! Для приготовления блинчиков нам понадобится непосредственно грибы, пиво, мука, молоко, яйца, соль, сахар и масло растительное. Сначала берем тару, выкладываем грибы, вливаем пиво, и взбиваем все блендером. Добавляем молоко, 2 яйца. Все тщательно перемешиваем. Вводим муку. Соль. И сахар. И опять же все тщательно перемешиваем. Потом добавляем масло растительное и перемешиваем. Оставляем на минут 5-10. Начинаем жарить. Прошло 10 минут. Поставили сковороду на огонь. Она нагрелась. Наливаем тесто на сковороду и жарим. Обжарили с одной стороны. И перекладываем на другую. Блины пожарены, осталось пробовать. Попробуем со сметаной. Очень нежные. Пробуйте, готовьте, подписывайтесь, ставьте лайки. Всем пока!